Напередодні новорічних свят в Дніпропетровському державному цирку стартує міжнародна новорічна програма «Бегемот у Новий рік». Аби привітати дітей, до нашого міста завітали гості з Угорщини та Італії. Українські артисти також є. У виставі беруть участь переважно дресировані тварини. Тут і коні, і верблюди, і ведмеді, і навіть бегемотиха. Новорічна казка для дітей «Бегемот у Новий рік» триватиме цілий місяць і охопить шкільні канікули з 17 грудня до 15 січня. Я очень давно вот это сделал. У меня папа тоже работал, деда тоже работал. Уже 300 лет работал в цирк. Короче, династия я. Я только животных работал. Самое жило есть бегемот, потому что самое опасное животное. И очень жило можно учиться. Очень долго надо учиться. Я уже 6 лет учиться. Вот это номер, который будем сейчас показать его. Он очень боится, вот такой, можно опасно, вот очень опасное животное. Программа, на мой взгляд, получилась довольно-таки интересная, разножанровая. И присутствуют и собачки, и акробаты, и себя буду тоже похвалить. Хороший номер с батутом, оригинальные кони, интересная школа дрессуры, великолепный у нас бегемотик, мисс Шоколадка, вот. Что у нас еще такое интересное есть? Ну, в принципе, детки выступают хорошо. То есть программа очень красивая, насыщенная. Рекомендую.